Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжаем свою сентябрьскую прогулку по осеннему Коктебелю. Людей уже не так много в сентябре. Море. Мало кто знает, но именно вот на этом месте покоится основатель имени Коктебель, профессор-офтальмолог Эдуард Андреевич Юнге и сыновья, и внук. Спасибо вам за просмотр, друзья. Желаю всем здоровья, счастья и добра. До свидания.